Массовые беспорядки произошли в турецком городе Сома, где во вторник прогремел взрыв на шахте. Горняки и горожане вышли на акцию протеста, обвиняя руководство шахты и власти страны в пренебрежении мерами безопасности. Лично премьер-министра Турции Реджепа Тайпа Эрдогана манифестанты обвинили в том, что он завязал тесные отношения с магнатами горнодобывающей отрасли, и в результате правительство закрывает глаза на грубейшие нарушения. Манифестация завершилась столкновениями с полицией, и стражи порядка применили резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Такие же акции протеста периодически вспыхивают и в других городах, например, в Анкаре и в Стамбуле. Сам премьер-министр Эрдоган в Стамбуле принял участие в молитве по погибшим шахтерам. По данным Министерства энергетики, в забое могут оставаться до 18 человек. Спасатели должны укрепить поддерживающие конструкции, ослабленные взрывом и пожаром, прежде чем приступить к поиску и спасению выживших. Родственники и друзья горняков постоянно дежурят у больниц и у ворот шахты. «Лучше бы я сам погиб. Мы вышли на улицы сразу после трагедии. Я не помню, когда ел последний раз. Я не знаю, что теперь делать». Официальное число жертв крупнейшей трагедии в истории турецкой угледобычи составляет на данный момент 284 человека.